попаду в телек. Обязательно. Привет, Тате. Здравствуйте, девушки. Скажите, пожалуйста, кого не берут в космонавты? Больных. Здоровья нету. Алкоголиков не берут в космонавты. А у них вестибулярный аппарат нарушен. Педофилов и наркоманов. Почему? Ну, они беспонтовые такие. Да? Но, серьезно? Конечно. Кого не берут в космонавты? Наркоманов, алкоголиков. Почему? Потому что это аморальные люди. Студентов. Почему? Потому что им учиться надо. Студентов. А почему? Ну, потому что маленькие еще. Не учи кого? Не знаю, трус кто это? Хоккеистов. Хоккеистов. Почему? Трусов. Трусов в хоккей не берут. Ну и что, и космонавты тоже. Нет, хоккеистов не берут. А в какой раз сегодня отмечают День космонавтики? Затрудняюсь ответить. Я не знаю, мне вообще пофиг на это. Какой раз? А, сколько лет там? А, ну, я не знаю, на самом деле. Блин. Мне стыдно. Может, я правда не знаю. Надо считать на этот калькулятор. 51 год, 52 раза, 53 будет. Надо посчитать, в 61 году это было. И сколько получается? 40, еще 12. 52 года? 53? В 61 году полетел, это значит сколько? 43? Ой, 53, да? Я помню, с шахты вышел, мне сразу говорит, Гагарин, что за Гагарин? В космос полетел! Извините, я жизнь по не знаю. Спасибо. А что космонавты делают в космосе? Наблюдают. Летают. За кем? Ну как, за нашей планетой. Отжигают. Разговаривают с инопланетянами. А еще? Кушают. Что кушают? Какие-нибудь биопайки из пасты, из такой. Понятно. Медитируют, наверное. С инопланетянами? Нет, одни. Одни. Но медитируют, выходя с ними на связь. Ищут Бога в иллюминаторе. Чего они делают? Работают. Изучают космос. Делают опыты, исследования. Над кем опыты? Ну, опыты имеются в виду над космосом. Космос – это прекрасное место. Не знаю, борщ едят из этой, из тюбиков, как анати. Как зубная паста, тюбики такие. Что еще едят из тюбиков? Не знаю, остальную хавку тоже, наверное, из тюбиков едят. Ну, извините, не еду. Космостируют. Гагарин полетел в космос, сказал, поехали. Что он подумал на самом деле? Ну, он просто перебрал, думал, что он сел в машину. Выпил лишнего текилу, блин. Но лишь бы вернуться. Ну, типа, поехали. Понять. Типа полетел или поехал, может быть, одно и то же. Может, прикол такой у него был? Полетели, наверное. Он же полетел. Полетели. Ой, дай бог, полетим, наверное. Страшно. Мне страшно, я думаю. Он подумал. В космос полетели две собаки. Одну из них назвали Стрелкой. Почему вторую назвали названием другого животного? Стрелка. А почему? Беленька, наверное, потому что была. Почему они назвали Белку Белкой? Потому что она была белая. Да? Да. Я не знаю. Ну, фантазия такая у них. Ну, прикол там, белка, стрелка. Стрелкой почему назвали? Не знаю. Не знаете? В космос полетели две собаки. Одну из них... Белка и стрелка. Ну, а почему назвали белку белкой? Она же собака. Наверное, хорошо лазила по деревьям. А стрелка тогда что делала? Стрелка. Летала с дерева. Стрелка это что-то направленное, наверное, а белка это как бы рифма. Почему? Белка. Белкой, да. Почему? Стрелка, белка. Тоже не знаем. Потому что она в цирке была. В цирке была? Да. Она летала на ракете. Выступала.